Роспотребнадзор запретил отключать горячую воду в летний период больше, чем на 14 дней. И даже краткосрочные перебои в ГВС должны быть суммарно не более 8 часов в течение месяца и 4 часов единовременно, пишет «Коммерсант». По мнению ведомства, это решение является наиболее разумным, чтобы успеть провести все нужные работы в срок. Что думают об этом тверичане, мы узнали, выйдя на улицы города. Как вы считаете, на сколько дней нужно отключать воду летом профилактически? Ну, я думаю, на 2 недели максимум. Все-таки у многих маленькие дети тоже требуется горячая вода постоянно. Ну, я считаю, надо, наверное, все равно ремонтировать-то когда-то положено. Ну, отключают на месяц у нас. 3 недели сейчас отключают. Ну, пусть отключают. Ну, я думаю, что вообще не надо отключать ее, потому что все люди хотят помыться. Поэтому не надо отключать вообще абсолютно. Не надо. Я каждый день моюсь с горячей водой. То есть вообще, в принципе, надо стараться избежать этого? Правильно. Необходимо отключить на 2 недели для подготовки теплоузла. Дней 7. Так, опытным путем, что дальше сложно уже без горячей воды. Ну, у нас вот, например, ее уже давно нету. 2 недели нету. И, по-моему, сказали, пока не сделают ремонтные работы, там все перекапывают, генерация, что не включат. Ой, от силы неделю. Уже 2 много. Потому что такая жара стоит. Хочется вот сейчас работы окунуться, а нечем, нету воды.